2 февраля – знаменательный день в истории нашей страны. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. С тех пор прошло 75 лет, но память о героических днях обороны будет передаваться из поколения в поколение. Подробнее в следующем репортаже. Сталинградская битва – одно из крупнейших сухопутных сражений в истории человечества. Она стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. За время битвы было уничтожено 1,5 миллиона фашистских захватчиков. При обороне города погибли сотни тысяч советских солдат и офицеров. Но наши солдаты сломили сопротивление противника и вынудили его сложить оружие. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. В преддверии этой памятной даты в лицее номер 1 для учащихся с 1 по 11 классы прошла линейка. К слову, это учебное заведение гордо носит имя 7 героев Советского Союза. В этот день ребята узнали о судьбах людей наших соотечественников, которые пережили страшные годы войны, о героическом прошлом нашей страны, о тех, кто ценой собственной жизни заслужил великое звание Героя Отечества. На линейке присутствовали и почетные гости. Член клуба «Эстафета поколений» Вера Федоровна Приставка и ветеран войны и труда, руководитель историко-патриотического клуба «Эстафета поколений» Людмила Владимировна Евстратенко. Они прочитали ребятам стихотворение о Сталинградской битве собственного сочинения. «Солдатской кровушкой политой он встал из пепла, твой солдат. Он смог подняться из могилы, из развороченных руин. Во весь свой рост, с огромной силой, над всей землей, как исполин, успел на солнечной поляне фашисту голову отсечь и на Мамаевом кургане воздвигнуть женщину и меч». Пройдут века, тысячелетия, но не меркнувшая слава отважных защитников города Сталинграда будет вечно жить в памяти народов мира. А для нынешнего поколения эта победа – яркий пример мужества и героизма советского солдата. Сейчас ветеранов все меньше и меньше, и нам очень важно с ними общаться, из их уст услышать, что такое война. Потому что то, что показывают в фильмах и книгах, это не передает те чувства, и это просто в сером в свете рассказываются действия боев, а они рассказывают, как это было, как это трудно, и о своей жизни, что такое война. 75 лет назад советские войска одержали победу под Сталинградом. Все дальше уходят уроки той войны, горькие и победные. И каждый раз в эти памятные даты как-то особенно звучат слова «Подвиг народа бессмертен». Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».